А чё, на патрульной машине бухло грузим, да? Прикол. А вот скажите, вот тот алкоголь, который стоит на парапете, вы выносили, вы его будете забирать? Мне разница, что вы в патрульной машине при форме, при значках грузите алкоголь. Ну вообще его никто не грузит, вы опять. Ну вы только что его покупали. Ну это одно, правильно. Покупали? Ну по форме, при значках имеете право, да? Это нормально, вы считаете? Нет, и право, может быть, вы имеете. Ну вот как вы считаете, это нормально? Ладно, если бы я его распивал, другое дело, правильно? Ну то есть покупать алкоголь и грузить его в патрульный автомобиль, я это нормально? Ну вы что, хорошо грузили его? Ну да. Вот в этот патрульный автомобиль. Вот как появился? Меня Сергей зовут. А отчество? Ну, можно Сергей. Ты, скажите, вот вы... потом скажете, что вы опять не с вами общаться. Нет, Сергей Владимирович, вы только что грузили в автомобиль в патрульный алкоголь. Ну это клевета, с вашей стороны. Клевета. Вы утверждаете, что это клевета? Хорошо, все. Больше вопросов не имею. Вот этот алкоголь остался, и грузить его больше никто не хочет. Вот купили, накупили бухла. Ну, а сейчас, когда я уеду, видимо, погрузят. До свидания.